Всем привет, ребята, с вами я, Диодор, и вы на моем канале Диодор ТВ. И это второй эпизод, как мы едем за, кладом. Скорбнемся. Осталось 152 метра. А мы едем по компасу. А, вот там все. И вот южный курс. Курс гуляет, да. Челинский замок, а мы же машину должны поставить здесь где-то. Как? Мы так с папой по 1 километр. Все, будем выходить, рассматривать. Это, наверное, в этой. В этой башне, по всей видимости, судя по координатам, идемте смотреть, где это. Ну что, ребят, выходим. Маму выпускай. Тут и покупаться можно. Не, я на Южный Бух не пойду. Там мальчики купались дальше. Я не хочу. Я хотела вообще там гусей заснять, но не успел. По сути, по карте она где-то... А как они там живут? Здесь. А? Пойдемте. Теодор, смотри, вот там еще 16 метров идти. Куда? Ну вот по компасу смотри. Нам вон туда, походу, наверное. Но в башне все равно надо проверить. Вот плохо, когда оставляют такие закладки, сокровища на высоте, потому что плохо навигатор работает. Так. Тут нифига нет. Дальше идем за папой. О, открыто. Показывают 16 метров сюда. Мы же диабусы были. Там есть кто-то. Двигается. Давай на карте посмотрим. На карте показывает туда. Мы забыли еще и подарок с собой взять. 19 метров. 18. 16. 15. А сюда? 13. Подсказки. Ну, а что искать? А у него погрешность плюс-минус 5 метров. Ну это в башне 100%. А что искать? Подарок. Что еще? Не, ну бутылку, бумажку. А кому откуда знаем? Там может быть что угодно. Это может быть от маленькой крышечки до большой коробки. Да, тут есть здесь. Но где? А ну я поднимусь, посмотрю сейчас.
А, фиг пройдешь. Да ну нафиг, там змея, там змея, там змея. Там змея, да ну нафиг. Там не змея. Змея? Наверху была. Такая черно-желтая. Змею увидел? Да, я не знаю, на камере было видно. Услышал шорох и посмотрел кусты, а там была змея. Ничего легкого и какие-то. Вот, смотри, я нашел. Я нашла. Диадор, иди сюда, смотри. Тут оставили аж целую гривну. Да ну нафиг. По 50 копеек. А там больше ничего нету, там только следы от слизняков, посмотри. А, да. Так бери, это гривна, паутины сзади, пауки. Так что мы нашли. Так снять надо. Закладку. Там на, в натуре паук. Ты снял? Да. В натуре одна гривна. Так а здесь, здесь посмотри. Может, тут есть. Просто надпись, вон написано. Ничего с легкого. А. Так а что вы не берете? Это видишь положение. Интересно. Ну, пусть кому-то там другому. Останутся. Вот там надо посмотреть, в том и в том. Так уже нашли. Я там сотрела. Ну что, ребята, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем пока-пока. Класс может вам остаться. Пойдешь, покажешь. У нас с собой ничего не было, но папа решил оставить сигарет. А последняя там. Если ты малой, ставь лайк.